Через пару часов буду упаковывать все. То есть это одежка. Одежка. Там купальники висят. Кстати, я, помните, брала с собой пластиковые коробочки. Сейчас я вам покажу, для чего я их брала. Сейчас включу свет. Я уже приготовила нам завтрак. Самолет. Вот эти у нас йогурт будет. Все диетически, видите, 0% жира. То есть 2 клубничных и остальные простые. Без вкуса йогурт. Потом в этой коробочке у меня яйца, ветчина и сыр. И я также взяла, что я еще взяла, орешков, арахис. Вот такой вот пакетик. Они тут. Я попробую сделать видео на моем кулинарном канале. Тут арахис, он соленый и с лаймом или с лимоном вкус. Я в первый раз такой пробовала. Попробую придумать, как они его тут делают. Потом взяла моя овсянка с хлопьями, которую я разведу в самолете с горячей водой. И у мужа обычные хлопья. На самом деле, очень люблю. Такие вот хлопья взяла. Также я взяла нам одно яблочко, один банан и там одна груша. И вот эту вот бутылку воды, которую мне нужно остудить за... Кстати, давайте ее сейчас уберем в холодильник. Любящая жена массажирует пяточки мужа. Дэниел после обеда пошел в номер. Угадайте, куда же я иду? Сейчас мы посмотрим, куда я иду. Шоппинг-центр. Идем в шоппинг. Но не прямо-прямо шоппинг. В одно очень драгоценное и вкусное местечко. Мы идем кушать мороженое. Мороженое. Там, кстати, в этом же месте делают, да, блинчики с разным вкусом, шоколадом, как у нас в теремке. То же самое тут делают. У них это крэперс. Видите, уже видно рожки. Идем вот сюда. Please coconut ice cream in the cup. Can I get this one more? Два стаканчика, как обычно. Нету слов. Ничего не говорите, пожалуйста. Вот это вот. Все и понятно без слов. Самое лучшее мороженое это джелато. И для меня это кокосовое. Я хочу прыгнуть, но не буду прыгать.
the wedding. Did you see the bride? Wow, it was a beautiful music. На пляже была свадьба, сейчас продолжается. Очень красивая невеста, лирическая музыка, настоящий оркестр. Мы только что вернулись из бассейна, я решила сделать коротенькое видео, записать, какие средства по уходу за кожей я с собой взяла в поездку. Самое первое, это чтобы не сгорела кожа, у меня же было на видео, когда я его покупала, называется Акуспрей Санскрин 70 с плюсом. Вот, мы обычно берем 50 или 70. Вот у нас такой один флакончик на двоих. Потом, после солнца обязательно, это алоэ вера гель. Он только сделан из алоэ и веры. Если вы покупаете, обязательно смотрите на этикетку, чтобы было написано только алоэ вера состав, чтобы там ничего не было дополнительного. Потому что, не дай бог, если вы сгорели за один раз, за ночь, только вы помажете, у вас все остынет и у вас все сойдет. Вот эта вот вещь просто обалденная. И также у меня алоэ вера крем, лосьон. Это смягчит, если вдруг пригорели вы на солнышке, или какая-то сыпь вдруг выскочила, то вот этот вот крем, самое то, тоже он сделан настоящего алоэ веры. Вот эти вот три средства самые основные, которые мы всегда берем в нашу поездку обязательно. Гель, крем и от солнца защитный спрей. Дополнительно, что мы взяли, это дезодорант. У нас один на двоих с мужем. Я взяла Дэниелин мужской. Какая разница, да, он вкусно пахнет, мне нравится. Вот потом Дэниелин на духи. Тоже я не обожаю, как они пахнут. Свои кокосовые духи я тоже взяла. Они очень-очень вкусно пахнут, так как я любитель кокоса. Я обожаю все кокосовое. И вот после ванны такой спрей на волосы, на тело. Для тела, я бы сказала, такой спрей, не духи. А потом я также взяла свои духи. Я честно не помню, не знаю, как они называются. Но вы, наверное, знаете их название. У меня там осталось совсем чуть-чуточку. Совсем-совсем на донышке. Там чуть-чуть совсем осталось. Нужно будет закупить новые. Вот это вот все, то, что насчет кремов, средств, всяких дезодорант, вот это вот все то, что я взяла с собой. Самое необходимое, чтобы минимум занимало место. Я еще также говорила, я еще обычный просто лак, маленький флакончик для волос. Но в этот раз не взяла, потому что не успела купить, а большой тащить не было в лом. Поэтому я его не взяла. На этом все. Наш последний ужин. И у меня, хотела вам еще вчера показать, они готовят такой вкусный плов, как узбекский. Я взяла себе плов, грудку, куриную грудку, не куриную, а индюшачью грудку, рыбу и помидорки. Также я сейчас лайм, сок полью на рыбку. Вот этот вот плов, такое объедение, он прям, конечно же, он весь в масле, прожаренный, но он такой прям во рту тает. Little birds. И представляете, я с собой хотела взять йогурт, чтобы его поесть бананом. А мне его не дали взять с собой, выложили. И нас еще там держали. И не только не дали йогурт с собой взять, так они еще в самолетах не кормят. Ужас.
зато у нас хорошие места. Прям с окошком. Выглядит местность, где мы живем, самолета. И когда я приехала первый раз в США, и я сменила рейс, и также я прилетала 2 года назад, уже почти 3 года назад, то после больших высоток, больших башен, как называется, домов, зданий, вот такой вот вид мне из окна. Это поля, это дома. Представляете, это как просто голая пустыня. И я еду, я голос полегу, это как жить в доме, и куда ходить, в магазин, ничего нету рядом, потому что посмотрите, как выглядит. Да? Но мало того, то, что я вот это вот увидела, так Дэниел мне еще перед тобой приехал, сказал, то, что у них коровы и свиньи по дорогам ходят. И прям машины останавливаются, дают свиньям и коровам проход, проезд. Шутник. Как дух захватил. Приключения не закончились. Все было в порядке с самолетами. Без нас не улетели, но наш чемодан отправили почему-то в Чикаго, а не в Форт-Уэйн. Сейчас мы без чемодана. Приехали домой. И чемодан обещали доставить где-то 8 или в 9 вечера прям к нам домой на адрес. Посмотрим. Фу! Мы дома наконец-то! Мы дома! У нас время почти 9. А сейчас самое-самое нелюбимое — это разбирать сумки. Не знаю, но я... Это мое самое нелюбимое дело. Разбирать и стирать. Но, слава богу, в Америке придумали сушки машины. Машины-сушки. Вот, так что мне нужно только засунуть это все в стиральную машину и потом перенести в сушильную машину. И это все. Я с вами все-таки наконец-то в этот момент прощаюсь. И, слава богу, мы доехали. Хотела сказать без приключений, но с приключениями. Собачки наши по нам очень соскучились. Ну, не по нам, а по Дэниелу. Они любят Дэниела, он как папочка для них. Они его обожают, особенно Нинка. А сегодня покажу все-таки. Мы съели Panda Express. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И увидимся в следующем видео, которое выйдет совсем-совсем скоро. Пока! Hola, amigos! ¿Cómo estás? У нас сегодня последний денёк, и это всё каникулы завершены. К сожалению, знаете, я отдохнула на полную катушку. У меня прям силы во мне прибавились.